Роскошная природа, чистейшая вода, сказочный климат, приветливые люди – все это моя Анапа. Я покажу тебе самые красивые и интересные места этого курортного города. Ведь путешествовать во всеоружии приятнее вдвойне. Следуй за мной. Что делает нас такими прекрасными, заставляет светиться наши глаза? Конечно же, украшения. Магазин Pandora XG предлагает модные, стильные ювелирные изделия из серебра 925-й пробы от прямых производителей России, Италии и Таиланда. Серебро 925-й пробы имеет особый благородный блеск, который не кричит о роскоши, а украшает. Этот металл замечательно сочетается практически со всеми драгоценными камнями. Великолепно будут смотреться серебряные украшения с изумрудными, рубиновыми или сапфировыми вставками. Перстень из серебра с топазом сможет украсить любую женскую руку. Большой популярностью пользуется именно швейцарский топаз. Среди других его выделяет глубина цвета и, как правило, хорошая огранка. Также здесь найдете изделия с голубыми и лондон-топазами. В магазин поступила новая коллекция радированного серебра с золотыми пластинами. Это новое направление в ювелирном деле, которое символизирует объединение двух драгоценных металлов. Такие браслеты и сережки визуально практически не отличаются от изделий из белого золота, а цена ниже ожидаемой. В Pandora XG представлены ювелирные изделия из винтажной серии, также продукция со вставками из фианитов, аметистов и самоцветов, все модели разных геометрических форм. Колье и браслет из итальянской коллекции можно применить при составлении образа деловой женщины, а такой браслет с золотым покрытием подойдет жизнерадостным девушкам. Обратите внимание на яркие летние коллекции. Миксы из полудрагоценных камней сейчас очень актуальны. На сегодняшний день особо модными считаются гарнитуры с цветными камнями. Это могут быть изделия из малахита, чароита или, например, кораллов. Все самоцветы, представленные в Pandora XG, привезены из Калининграда. Много изделий из янтаря. Волшебная магия этого солнечного минерала чудесным образом воплощается в необыкновенных украшениях. А для тех, кто любит оригинальные новинки, коллекция пятнистого янтаря. Браслеты Thomas Sabo – это вызов, провокация. По сути, это основа для подвесок, которые вы выбираете самостоятельно. Шамбала Ниалая – последний must-have голливудских селебритис. Ювелирные изделия Ниалая изготавливаются вручную в Голливуде, только из материалов класса люкс. А чем же удивить любимых мужчин? Можно подарить серебряный зажим для денег, он их будет притягивать. Или серебряную заколку для галстука, кто-то оценит запонки или печатку. Хорошим подарком станет флешка в серебряном корпусе. Ваш мужчина будет выглядеть респектабельно и оригинально. Хотите сделать не просто приятный, но и полезный подарок маленькому ребенку? Подарите ему детскую серебряную посуду. Серебро обладает сильными бактерицидными свойствами. В Pandora XG большой выбор статуэток фэншуй, изготовленных из бронзы и янтаря. Бронза усиливает позитивное воздействие этого камня, накапливает всю хорошую энергию. Говорят, что таких мышек нужно положить в кошелек, и деньги в нем не будут иссякать. Если не определились, то приобретите подарочный сертификат. Именинникам месяца в подарок 15% скидка. Город Анапа, улица Астраханская, 4. Магазин работает с 10 до 23 часов. Отдыхая в Анапе, легко можно попасть в африканскую деревню и почувствовать себя ненадолго гостем этого загадочного и далекого материка. Думаешь, что я шучу? Тогда следуй за мной. Если кому-то уже посчастливилось познакомиться с жителями африканской деревни, которая расположилась в живописном поселке Суко, что в нескольких километрах от Анапы, тот обязательно станет постоянным гостем. За 12 лет работы туристического комплекса «Африканская деревня» шоу-программа ни разу не повторялась. Это маленький оазис, живущий одной жизнью с Конго. И главное, поддерживающий некий местный климат. Такой далекий и непривычный пейзаж для российского обывателя. Мы хотим донести что-то свое до людей, познакомить их с африканской культурой. И вы знаете, это совсем не сложно. Зрители нас встречают очень хорошо. Мне очень нравится здесь, нравится выступать для российской публики. Программа проходит каждый день, кроме вторника. Шоу начинается в 10 часов вечера и длится 3 часа. Зрители рассаживают за деревянные столы, расставленные по кругу наподобие амфитеатра. Рядом со сценой расположен бар с прохладительными напитками. И, конечно, всеми любимыми закусками. Сочным шашлыком, печеным картофелем, перепелами. Обязательно попробуйте фирменный африканский напиток «Мумба». Под звуки там-тамов и других национальных инструментов льется песня. Мимика и жесты дополняют движение танца, устраняя языковой барьер. Нельзя не залюбоваться охотниками, которые, начав танец с обычного, как будто равнодушного подпрыгивания на месте, переходят затем к боевым упражнениям. В стремительном темпе с копьями они пружинисто рвутся вперед.
Мне нравится этот номер, потому что он действительно про Африку. Это настоящая история Конго, душа Африки. Национальные традиции смешиваются с ритмами современной музыки. Артисты поют на французском языке, танцуют в стилях хип-хоп и брейк-данс. Вы можете насладиться балетом. Для вас сальса, румба, латино. Четкой границы, кстати, между артистами и зрителями нет. Каждый может стать участником программы. Посоревноваться с жителями африканской деревни в ловкости или пластичности. Проходит все очень весело. Особенно всем нравится конкурс «Африканская норка». В музыкальных антрактах можно потанцевать вместе с артистами шоу-театра «Ритмы Африки». Кульминация праздника – бразильский карнавал. Африканская деревня приглашает и вас. Добро пожаловать! Я узнала, что в Анапе открылся новый парк аттракционов. Многие говорят о нем только хорошее. Пора самим это проверить. Следуй за мной. В нашем городе на Пионерском проспекте открылся новый сказочный парк детских аттракционов под названием «Солнечный остров». Здесь ребятам есть где разгуляться. И маленькие паровозики едут по железной дороге, и карусели кружат малышей. Есть даже машинки и колесо обозрения. Парк напоминает волшебный, будто карамельный городок. Здесь установлены 8 современных аттракционов, прокатиться на которых могут не только малыши, но и подростки. Сказочные герои и персонажи мультфильмов Диснея, знаменитые тачки, горки – все это в детском парке «Солнечный остров». Все без исключения аттракционы прошли проверку на безопасность. Развлекательные игры с участием сказочных персонажей любят все малыши. В этом парке с ребятами занимаются профессиональные аниматоры, имеющие большой опыт работы с детьми. Каждому ребенку уделяется внимание. Всем будет весело и интересно, никто не будет скучать. Пока дети играют, родители могут отдохнуть. Здесь установлены лавочки, работает кафе. Все в едином стиле. На территории парка можно полакомиться сладкой ватой, воздушной кукурузой, мороженым, газировкой. Новый детский парк на Пионерском проспекте будет радовать жителей и гостей курорта весь летний сезон. Мне тут все нравится. Я каталась на аттракционах, здесь весело. Детям тоже, видно, нравится, и мне нравится очень. Все очень нравится. Я уже на гусенице вот это ездила. Мне тоже очень понравилось, интересно очень. Мне очень понравилось. Здесь можно тараниться, кататься, с друзьями ездить, гулять здесь. Мне понравился этот парк. В общем, если сводите летом детей в парк аттракционов «Солнечный остров», не пожалеете. Кроме вестибулярного аппарата, здесь они развивают фантазию. Малыш представляет себя и пилотом самолета, и гонщиком на мотоцикле. Он рулит и кружится с остальными участниками дорожного движения на настоящей машине. Прокатиться с ветерком можно и в велогородке. Здесь размещены знаки и есть дорожная разметка. Все это открывает огромные просторы для воображения. Да и просто хорошие эмоции от новых необычных ощущений еще никогда никому не вредили. А лето как раз та самая пора, когда хочется получать их в избытке. Сегодня мы получили с тобой массу впечатлений. Давай немного отдохнем, а в следующий раз я покажу тебе еще больше интересных мест.